Камера направляет. Ну да, я направляю. Да, тут сюда. Полный дурдом журналистов. Камера направляет только в сторону. Обвиняй. Да. Ну, попробуй. Пожалуйста, пожалуйста. Все приветы передают. Леш, а хлеб подальше. Я вот как раз хочу туда практиковать. Давай два шага назад все сделаем. Полшага назад. Полшага. А сотрудника конвойного подразделения. Вот так вот. А как вы себя чувствуете? Вопросы не задаем. Камера в сторону участников процесса и судьи не направляет. Вас касается, я вам говорю лично. Так нет же судьи. Ну что, что нет. Можно это? Нет. Снимайте только клетку. Журналистов нельзя снять? Журналистов в коридоре выпустите. Почему в коридоре? Я не вижу, кого вы снимаете. Журналистов или участников? Что вы сейчас снимаете? Я спокойно, аккуратнее. Правила абсолютно антиконституционные. Мы готовы. Андрей, держись. Тишину, пожалуйста. Всем привет. Да. Передают все. Коммунисты не сдаются. Все. Без комментариев, пожалуйста, товарищи с прессы. Так сегодня может любой человек, кто не согласен. Без комментариев. Может оказаться. Все комментарии за пределами зала судебного заседания. Прошу всех встать. Вышел судья. Управление процессуального освобождения Следственного комитета России расследует уголовное что 19-83 возбуждено 20 февраля 2014 года по факту мошенничества в отношении фонда капитального ремонта квартирных домов в Курской области, совершенного особо крупным размером по признаку поступления предусмотренного часть 4-159, который также по факту подделки документов и ограничения конкуренции при проведении обзора фонда капитального ремонта квартирных домов в Курской области по признаку поступления предусмотренного часть 3 статьи 327 пунктовой части 2 статьи 178 Конституции, если подел неоднократно продлялся в последний раз до 20 ноября 2020 года. Порядок статьи 94-92, которая 28 ноября 2020 года, подозрение совершения преступления присмотра часть 4 статьи 159, который был задержан Левченко 28 сентября 2020 года, Левченко предъявлен обвинение по части 4 статьи 159, который подозрение представлено, что следует указывать, что Левченко обвиняет в тяжком преступлении, совершенном в состоянии организованной группы. Состояние значимости и затрагивающих права большого круга граждан связано с непосредственным осуществлением предпринимательской деятельности, за которую по закону предусмотрено наказание лишения свободы на срок свыше 3 лет. Левченко, пользуясь своим должностным положением, в том числе со стороны
на его отсолевшем, но находясь на свободе, опасаясь включения, была на ответственность, может, поэтому если предложить распределить раз, то нет меры, что же преступление, что же показательство, оказать давление на представителя потерпевшего свидетеля иных участников уголовного суда производства, как в случае свидетелем выполнен сроковиком, он путем препятствия производства по делу, семейное положение его состояния здоровья, Левченко позволяет не содержаться в условиях средств изолятора. Левченко, как депутат законодательного собрания, считает, что ему субъект Российской Федерации относится к лицам, которым применяется особый порядок суда производства, присмотренный статьей 447 УК. Прямое применение данного обстоятельства, указывающее на общественную опасность личности, обвиняем Левченко, следствие не усматривает оснований для избрания в отношении его иной меры пресечения, связанной с лишением свободы, на какой данной меры пресечения исключительно и способны обеспечить или уголовное судопроизводство. А в связи с чем следует ходатайство об избрании обвиняем Левченко меры пресечения и заключения по страже сроком на один месяц. На 23 сутки всего до 20 ноября 2020 года. В судебном заседании следователь Хованский и прокурор Васильев доводы ходатайства полностью поддержали, просили удовлетворить и избрать личных мер пресечения и заключения по страже, спрашивая период, возражая против избрания отношений личных мер пресечения, связанных с заключением по страже, в том числе домашний арест. Обвиняем Левченко, его защитника, адвоката Аграновских, Кирилев и Лазарев возражают против удовлетворения ходатайства следователя по мотивам отсутствия доказательств причастности Левченко к инкриминированию и намерения скрываться, препятствия производства по делу, наличие российского гражданства, на иждивении двоих несовершеннолетних детей, постоянное место жительства на территории Иркутской области, а также арендованного жилья в городе Москве, просили удовлетворения ходатайства отказать или избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Проверив представленный материал, улучшение участников процесса, приходит следующий момент. Судебным состоянием установлено, что настоящее уголовное дело возбуждено полномочия должностным лицом судебным требованием закона о задержании Левченко. В соответствии с статьей 91.2, при наличии достаточных там оснований, судом проверено об основании подозрений. В частности, Левченко контролирует мнение, что подтверждается по окончательному по делу доказательств, в том числе, которые протоколы осмотра предмет документов, показания свидетелей, представителей потерпевшего, иные материалы дела, свободные от полиции угрозы наследства, часть которых представлены судом. При таких обстоятельствах приходит вывод о том, что представлены ходатайства приобщенных к нему материалов содержат конкретные сведения, подтверждающие суду принять решение об удовлетворении ходатайства следователя, поскольку их совокупность является достаточной для обоснованности подозрений органов предварительного расследования, в частности Левченко, конкретизируем общественно опасное деяние. Постановление об утверждении ходатайства об избрании меры пресечения и заключения по страже составлено надлежащим должностным лицом в суде требования уголовного процессуального закона, в нем указаны основания и мотивы применения меры пресечения и заключения по страже, изложены обстоятельства, которых невозможно избрать менее строгую меру пресечения. В связи с чем суд считает постановление следствия об избрании меры пресечения и заключения по страже в отношении обвиняемого Левченко законом обоснованным и мотивированным. Несмотря на то, что личность Левченко установлена, он является гражданином Российской Федерации, женат, имеет междуведение двоих несовершеннолетних детей, Левченко обвиняет в совершении тяжкого преступления, за которое уголовным законом присмотрено наказание лишения свободы на срок свыше 3 лет. Находясь на свободе, Левченко может лично через других и совершать действия, направленные на избежание привлечения его и других соучастников уголовной ответственности, уничтожить доказательства преступной деятельности, сбор которых продолжается, а также иным образом препятствовать производству по делу. Находясь на свободе, Левченко может скрыться от следствия суда. Решение вопроса по ходатайству следователя судом учитывается возраст, состояние здоровья, семейное положение обвиняемого Левченко, положительные характеристики, указанные социально значимые показатели не препятствуют его нахождению в условиях следственного изолятора. Сведения об одном материале дела не содержится, сторона защиты суду не представлена. По вышеуказанным обстоятельствам суд приходит к выводу, что меры пресечения связаны с изоляцией от общества, отношения обвиняемого Левченко не может быть эффективно достаточно в настоящем деле и находит недостаточно приоритетным над публичными интересами, связанными с ним отношения обвиняемого уголовного преследования. Совокупность указанных сведений является достаточной, а сведения, содержащие представленный документ, убедительными и реальными условиями ходатайства следователя. Доводы стороны защиты учитываются в том разрешении ходатайства, однако, по мнению суда, не являются безусловно недостаточными основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства следователя. Конкурирование обвиняемых преступлений не относится к совершенной сфере предпринимательской деятельности, поскольку преступные действия организованных групп не отвечают признакам предпринимательской деятельности и преследуют исключительно цель преступного личного обогащения, не были направлены на получение прибыли. Полагаю, что начальный этап сбора доказательств причастности к преступлению Левченко связан с допросом свидетелей, а также утверждение конкретных фактов преступной деятельности, процессуальных документов, меры пресечения и заключения по страже, что характера предъявленного обвинения является обоснованным. Учитывая изложенность, тут приходит к выводу о том, что основание для отказа удовлетворения ходатайства следствия избрания в отношении обвинения меры пресечения не связано с изоляцией от общества, как о том стоит вопрос, стороны защиты суда не имеется. На основании изложенного руководства статьей 108 УК суд постановил ходатайство следствия удовлетворить братьев обвиняемого Левченко Андрея Сергеевича меры пресечения без заключения по страже. Установить срок содержания по страже обвиняемого Левченко Андрея Сергеевича на 1 месяц, 23 суток, то есть до 20 ноября 2020 года. Ходатайство на защиту об избрании в отношении Левченко меры пресечения связано с содержанием по страже либо домашний арест оставить без удовлетворения.
Настоящий постановление может обжаловать в апелляционном порядке Московский городской суд с 7 плюс со дня внесения. В случае подачи апелляционной жалобы обвиняемых в праве ходатайства с участием в рассмотрении на жалобу судом и апелляционной инстанции, ходатайство в честь судей апелляционной инстанции, обвиняемых в праве заявить в течение 3 суток со дня вручения копии постановления, тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, отражающего интерес судья подпись. Напоминаю участникам процесса, что вправе знакомиться с протоколом судебного заседания, получаем срок подачи судебного заседания. Хорошо, по теме заседания.